план приватизации на 24 год содержит 9 объектов. Это нежилые помещения по адресу улица Чулынская, 78, здание 1, здание 2 и здание 3. Это наша санэпидемстанция города Назарово, которую в течение 3,5 лет мы получали из собственности сначала Центра эпидемиологии и стандартизации, а затем из собственности Российской Федерации. На сегодняшний день это объекты муниципальной собственности. Один из объектов был продан 2 года назад, который находится в этом здании. Это нежилое помещение номер 2 по адресу Чулынская, 78, здание 1. Остальные объекты теперь все наши, в нашей собственности, мы предлагаем их выставить на торги. Предполагаемая начальная цена в прогнозном плане расставлена предполагаемая. То есть она будет варьироваться в зависимости от отчета об оценке, который мы закажем в случае утверждения вами прогнозного плана. И предлагаю внести данный прогнозный план нежилое помещение номер 2 по адресу город Назарово, Арбузова, 86, строение 3, площадью 292,7. Это здание гостиницы на втором этаже зеленого дома. Все объекты будут продаваться на электронном аукционе, как мы уже делали 2 года. Все торги происходят электронно на сайте Сбербанка СТ. Далее. Планы на 2025 год прогнозные содержат нежилые здания с земельным участком по адресу 22 микрорайон, владение 1, это объект, бывшая база водоканала напротив ГМО, наш муниципальный объект. Далее объекты под Соснам, улица Лесная. Далее Арбузова 56, нежилое здание номер 11, это прачечная, которая у нас находится в составе объекта Пимбельдам. Наш объект, наш земельный участок, мы его включаем в план. И нежилое помещение по адресу Советская 12, это бывшая лифтерка, 77-е помещение. Прогнозный план приватизации на 26-й год содержит нежилое помещение номер 15, находящееся по адресу Густова 8А, площадью 209,4 квадрата. Это зал на втором этаже, по улице Густова, поселок Горняк. Также его предлагаем включить в прогнозный план на 26-й год.